мне минут на 15. Кентяра мой кабанчика получил. Давай. Нам еще в кузницу, не забыл? Я быстро. Здорово. Принес? Ух ты, тушенка, как на воле. Свинина? Не-не-не, я это ем. Ты что? Халифу можно? Ну что, пойдем потрем? Не, в свинарнике. Здесь светимся. Пошли. Прикид, конечно, не в мать, но чего не сделаешь для общего дела. Но ты мастер. Принимай работу, отец. Только быстро, я тороплюсь. Посчитай. А я пока работу приму. Совсем что ли? Не знаю, концерт уготовится. 125 лет. Мама родная. Рубик, не появлялся ни мой. Я за всем слежу. Пожарный выход закрыт, и подвал тоже. А через 10 минут вообще всех на построение. Я клуб закрою. Чего ждем-то? Да ничего. Так, для порядка. Ты присматривай тут. Нормально. Хорошо, я здесь дорисую, хорошо. Кузнец сказал, он сюда попер. Стрелку забил с кем-то. Черт. Нету никого. В базах лучше смотри. Уйо! Упаковали уже. Мочканули, твари. Ведь ты же все, сука, знал! Ты же знал все! Что ж ты не досмотрел? Сергей Витальевич, ну вы же сами сказали, немого не защищать. Сказал. Хода. Быстро! Не может там! В клубе! Бегом! Так а может? Пошел! Понял!
41-й. Ответьте 78-му. Да. Вы где? В клубе. Черный ход открыт? Открыт. Черт, мать! Так и знал. Еще раз спрашиваю, где Немой? Знаешь, Фрапру говорил. Час назад Немой показал настройку и с концами. Нам этого льва грузить, а этот фраер где-то груши околачивает. Вернется я ему. Хрен кувалды разнющу. Смотри лучше. Вот дает. Неужто нырнул, паскуда? Дай фонарь. Там еще какой-то мешок. Ильич. 41-й, 41-й. Ответьте 78-му. 41-й, 41-й. Ответьте 78-му. Тьфу ты, батарея сдохла. Васильич, походу опоздали. Походу, да. Ну что, домой? Давай, поехали. А если меня дернут? Рубик, все как репетировали, текст не менять. А кум-то поверил? А ты в горы сходи. Да, Рубик, такое еще никогда не играл. Браво. Ну что, господин Паладин, или как вас там? Снимайте противогазик-то. Стоять, не стрелять! Есть, тоннель! Есть, тоннель, товарищ майор! И пройти можно. Весь прошел. Там дно ровное. И воды не так много. Вот же строили люди, а? Заткнись! А? Где Немой? Немой где? Так, придурок. Счастливо. Thank you.
Давай, осторожней. Ноги затекли? Ничего, разомнешься. Тихо. Давай, спрыгнешь? Добежишь? Сейчас, с земляком попрощаюсь. Ты давай. Слушай, а? Дема, от сердца отрываю. Держи. Купи себе вина. Много, хорошего, дорогого. Пока, целую. Компания в сборе. Вы что думаете, для вас все так и кончится, да? Вы думаете, мне вас слабо, твари, с пылью смешать? Вы еще не знаете, что я с вами сделаю. Я не понимаю. Вы же не блатные отморозки. Вы же случайные пассажиры Вулканов. У тебя же УДО. Могло бы быть. Еще месяц, и ты на воле был бы. Да мне теперь по барабану. Это я все задумал, гражданин начальник, я… Личника роста! Здесь один режиссер. Все 4 года премьеры играть будешь в ШИЗО. Я не понимаю, Барабин, ты же талантливый человек, тебе здесь вообще не место. Так мне здесь не место. Заткнись, ушлепок! Где заслуженный артист? Репрессированный. Чекист. Чекист! Вся семья им гордится. Он никого не выдал, я тоже им горжусь. Гордись. Господи, как же вы меня подставили? Да ладно, Сергей Витальевич. Давайте с нами горяченького, а? Да, халва есть, печенье, конфет, манфет. Чефир? Да нет, чаек нормальный. Я стихотворение сочинил новое. Можно, гражданин начальник? Мой дядя! Подожди. Давай. Мой дядя, честный вор в законе, когда зависнул на креста, он оборзел, как бык в загоне, хоть с виду был уже глиста. Его прикол другим наука, но стрёмно. Век я буду, сука, сидеть с бациллем день и ночь. Не выпей, не посы. Какой же, блин, дешевый зехер. Мне с бабаем играть жмурка, ему с кисляка. Колеса гнать, заделать, вздыхать и бормотать под нос. Когда ж ты кони шаркнешь, пес? Евгений Онегин. А я не говорю, что мое. Перевод. Перевод. Нет. Я вам это дело с рук не спущу. Я вас всех знаю. Всех. Заживо. Заживо. А вот напрямую. Витальич, это ж хорошо, что не мой сбежал. Хорошо. Что хорошо? Что хорошо, твою мать? Хорошо ему. Прошла любовь, завяли помидоры.
А правда из 11-й зоны никто не убегал? Правда. Святая правда. Была. Пока нас с ним туда не закинули. А вы чего? С ним вместе чалились? Чалились. Да не знала зона крепче воровской дружбы, чем наша. Тентовались мы с самого Ростова папы. Чиферили ночами. За жизнь базарили. Как же это вы базарили? Он же не мой. Тут-то весь изюм. Я его сущность ливером чуял. Как это чуял? А так. И срослась у лисяков. Правильная кентовка. Да и язык им не нужен. А как у него свинтить получилось? Вся зона за него мазу держала. Всем миром на волю его несли. Будто он Гагарин, а мы земля. И ты, отец, тоже пыхтел? Вот на этих плечах нес. Когда не мой последних сил лишился. А у тебя-то они откуда взялись? Сам не знаю. Организм человека – загадка, как и его душа. Так выходит, ты с ним на пару свалил, а теперь опять на зоне? Ну ты, дед, в натуре. Нему отнес, а сам на родные нары. Улыбьтесь, улыбьтесь, мальки. Не понять вам, не въехать по малоумству. Уж не дурнее других-то, наверное. Так все и было. Немого отнес, а сам домой, на родные нары. Правда, что ли? Зачем? Смысл-то какой? А затем, что главное в побеге не рывок. Главное знать самому, наперед, наверняка. Зачем тебе воля? Зачем ты ей? Да и есть ли она вообще? А Немой знал? Я знал. Потому я остался. Земляка моего жалко, но я ему 500 долларов оставил от империала. А это ведь не ты придумал. Со львом-то спорить буду, что не ты. А кто? Режиссер ваш? И кузнец? Я знал, что не ты. Ты не хитрый. Если ты до сих пор жив, значит, Бог тебя охраняет. Может, и мне рядом с тобой повезет. Сейчас все сделаешь, как всегда. Пойдешь
и предъявишь. Да не может тебе все время вести! Лунязов миллионы потратил! Он там купил всех, там все против тебя! И правда там твоя никому не нужна! И никому ты ничего не докажешь! У тебя даже голоса нет! Ты же не мой! Не мой! Я за тебя. Нет, я не совсем за тебя. Ты мой кровник. Ты моего брата убил. А я сейчас иду, между прочим, с тобой. А куда я иду? Я каждую ночь во сне видел, как я вот этими руками режу эту гадину. Я жил этим каждый день. Я иду с тобой и думаю, я всегда был отличным воином. Лучше тебя, лучше Азова, лучше всех. Но мои враги, они все живы и счастливы. Мои братья и друзья погибли. Тогда зачем я был лучшим? Я маму и сестер 4 года не видел. Я в роду последний мужчина. Я вообще не хочу видеть Азова ни живым, ни мертвым. Ты понял? Нет, 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 нет. Постой, постой. Фу. Слушай. Ну, воздух, воздух, как чача. Нет, нет, пойдем, пойдем. Пойдем. И докажем Азову, что Бог не всегда и не всех прощает. Пусть он помолится перед смертью. А вот тогда разойдемся. Слышь, а ты это, идешь, чтобы отомстить? Не скажешь? Тогда я с тобой пойду, чтобы узнать. Держи, брат. Посмотрим, что тебе девушка прислала. Что там? Ух ты! Сгущенка! Моя любимая! Так. Оба! А вообще, знаешь, Леня Азов один это сделать не мог. У него хозяин есть, я не знаю кто, но знаю, как искать. Ты знаешь, почему везунчик? Потому что такого парня, как я, встретил. Слушай, но нельзя так лоб идти, как ты. Меня мама в детстве учила. Хитрым надо быть. Уходи, уходи. Это все, все, все. Ищи Акелу. Акелу, Акелу, Акелу ищи. Контей мне, контей. Thank you.
кричать. Вас как зовут? Люба. Люба. А меня Леня. Некого бояться. Уже некого. А вы? А я тот, кто наконец избавит вас от этого страха. Судя по обоим, фотография сделана здесь. Послушайте, послушайте, отпустите меня. Отпустите меня, пожалуйста. Ну я же клянусь, я же не думала, что все так будет. Так долго и так страшно. Он говорил всего месяц или два, и 3000 обещал. А я вас умоляю, отпустите меня. Я уже здесь давно торчу. И выйти боюсь, и родным позвонить боюсь. А он пропадает все время, опять 3 дня его нет, и ни звонка, ничего. И нет его постоянно. Вот это, Люба, вы очень верно заметили. Его уже нет. Вам-то чего бояться? Глупый, невнятный человек. Сам запутался, других запутал. А для вас кошмар уже закончился. Вы не обманываете? Нет. Деньги свои получите. Да. Если пару минут будете правильно себя вести. Да-да. Я все сделаю как надо. Все, как скажете, честное слово. А вам что нужно? Нет, нет, нет. Интим не предлагать. Пару минут откровенности. А-а-а. Вы откуда его знаете? Кого? Темнова. Или сколько там у него еще имен? А, Гену Темнова. Да я еще с Мурманска его знаю. Гену вот знаю. Вот и проведите мне маленькую экскурсию. Где тут у вас? Что? Да, да, сейчас, в каком, конечно, состоянии? Сейчас. Можно я закурю, а то нет. Да вы здесь хозяйка. Закурю, можно? Спасибо. Спасибо. Ну так я не понял. Мурманск. Спасибо. А как познакомились-то? Работали вместе. А вы не из милиции случайно, нет? Мне не придется потом. Нет, нет, не придется. Где же ключ? Ну так показывайте, наконец. Да-да, сейчас, конечно. Сейчас. Куда же я его подевала? Где же он? Где же ключ? Сейчас. Сейчас покажу, конечно. Где же ключ? Стоп. А где это вы вместе работали? Зачем? Я бы отпустил. Ты это другой дуре расскажешь. Работали вместе? Я вообще-то женщин не бью. Убиваю. Thank you.
Помоги, Люба! Твою жизнь, а ты спасешь мою. А как ты будешь жить после этого? Когда мы были в ресторане, я понял, что не смогу. Кого угодно, но только не тебя. Наверное, я самый романтичный подонок. Какой он подонок. Звание подонка еще надо заслужить. Я бы назвал его полузлодей. Гнилая порода. От таких вреда больше. Мечутся, как рыбы. Мучают зря и себя, и других. Как я рад тебя видеть. Он мне все рассказал. Вы не будете меня мучить, я знаю. Сразу меня убьете. Слава Богу. Слава Богу. Мне незачем больше оставаться. Давайте. Я сама прошу. Спасибо. Мне как раз сейчас действительно нужна поддержка. Не будь ты злодеем наполовину. Да, можно. Когда? С кем? Спасибо за информацию. Ничего у нас пока не получится. У вас еще есть причина остаться. В конце первого акта я увидел красное солнце. Да, да, ты знаешь, да, мне да, это да, тоже да, очень понравилось. Да. А потом еще понравилось, когда был фейерверк. Соня, мы опаздываем. Иду. Я уже иду. Зажигающее зрелище. Почему бы и нам не слиться в экстазе под Рахманинова в японском ресторане? Но ведь я тебе говорил, что он с причудами. Причуды причудами, но не до такой же степени. Слишком много, Сака. Что ты хочешь?
принцесса моя. Белое вино. Будет. В восточном танце главное не техника и даже не эмоции. Важно состояние души. Нет, ну это мы поняли. Само состояние не совсем понятно. Угу. Конечно. Моя душа сейчас пела, кричала, обливалась слезами. И осталась непонятой. Такое бывает. Только давайте в последний вечер не будем никого обижать. Нет, нет, конечно нет. Ты прав. Давайте раздавать друг другу комплименты. Юрико, мой самый дорогой в мире человечек. Моя японская девушка, как поется в песне. А это мой друг, мой лучший друг Герман. Со своим бойфрендом. Мы вместе напились крови, а это поневоле сближает. Пропадает аппетит, когда много говорят про слезы, кровь и другие выделения организма. Ты кого сюда привела? Я могу уйти. Игорь, иди в бар, закажи что-нибудь. Белого вина для моей дамы. Я сейчас. Что за чучело, а? Я прошу прощения. Нет, я действительно прошу меня извинить за мою глупость и доверчивость. Но ведь ты сам сказал, чтобы я пришел со своим самым близким человеком. Этот? Да, да, да. Я тебя поздравляю. Да, это и есть самый близкий мне человек. Я поверил в твою искренность. Последний наш вечер мы столько с тобой пережили вместе. Не кипятись ты! А у тебя сейчас дым из ушей пойдет. Знаешь, так нельзя. Ну не будь занудой, а. Давай лучше выпьем. За то, какие мы разные. Кому-то нравятся японки, а кому-то... Я думал, что вечер будет безоблачным. А что? Где-то дождик. Леня, а ты не предупредил меня, что Паладин сбежал? А я пощадил твою тонкую нервную систему. Да? Завтра я улечу. А что я буду делать до завтра? Да кому ты нужен, а? Ты уверен? Ты что, расстроился? Он, наверное, тебе понравился, да? Ладно, все, все, все. Извини. Он понятия не имеет о твоей роли в этой истории. Ну, спокойно рассуди. Без паники. Да. Кажется, так и есть. А вот я все равно о тебе позаботился. Видел внизу двух молодых людей? Ну? Мои ребята из кодекса. Они проведут с тобой всю ночь. Только я тебя прошу, не надо, ладно? Все, извини. И проводят тебя до трапа самолета. Спасибо. Вот за это спасибо. А... Они действительно должны именно охранять меня, а не наоборот. Ну опять мания преследования. Слушай, может, хватит, а?
А может быть, ты, как наш покойный подельник, тоже обзавелся страховочкой, компроматиком против меня? А? Глупость. По глазам вижу, что так и есть. Да говорю же тебе, нет. Верю. Ну уж и ты будь добр. Не омрачай наш последний вечер сомнениями. Хорошо сказал. А что прятал наш дорогой покойник на той самой квартире? Покончим с вопросами, друг мой Герман. Ладно, друг мой Леонид. Давай выпьем за то, чтобы никогда не встречаться и забыть друг о друге, как страшный сон. А ты сможешь забыть немого? А если он сам о себе не напомнит? Вообще-то, я назначил приз за его голову. Теперь все бандиты Ростова и Таганрога его ищут. Дай бог ему повезет. Да-да-да. Им. Конечно, им. Как много сокровищ.